Дорожную карту развития предприятий производителей детских товаров утвердит правительство Башкортостана до конца этого года. В ней предусмотрят механизмы поддержки отрасли, включая офсетные контракты для госзакупок учебного оборудования, школьной мебели, товаров для новорожденных. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпрома Александр Шульдяев на 13-м конгрессе индустрии детских товаров в Москве. Офсетный контракт – это договор между компанией и государством, когда предприниматель запускает производство, а в обмен получает гарантированный госзаказ. Сегодня в республике работает порядка 80 предприятий, которые производят детскую одежду, спортивную школьную форму, обувь, подарочные наборы для новорожденных, детскую мебель, игрушки. Глава Минпрома отметил, что мерам поддержки в республике для таких предприятий уделяется большое внимание. В бюджет ежегодно закладывается 90 миллионов рублей на субсидирование оборудования для легпрома и производителей мебели, в том числе детской, и 100 миллионов рублей на субсидирование закупки сырья.